12 апреля 2023 года. Мы сейчас находимся на смотровой площадке «Царь Рыба» над рекой Енисей, городской округ, город Дивногорск. А я Рыбаков из Дивногорска, и я поздравляю всех нас, и я принимаю приглашение, поздравления с праздником День космонавтики. 62 года назад Юрий Алексеевич Гагарин совершил полет, облет Земли на космическом корабле. И вот сегодня еще раз спасибо тем людям, которые меня поздравили с этим знаменательным праздником, с этим прорывом человечества в космос. И вот так вот выглядит сегодня Енисей в районе села Овсянка. Выше по течению, километрах в 15, находится город Дивногорск, город строителей Красноярской ГЭС. Еще выше по течению находится Красноярская ГЭС, плотина Красноярской ГЭС, великой стройки Советского Союза. Ниже по течению тоже километров, наверное, в 15, город Красноярск. Вон там он виден, конечно, в хорошую погоду виден. Вот как-то так. Ну что ж, всего нам доброго, до новых встреч!